Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви Оксфорда. Мы проходим цикл, который называется «Божественные институты и дух беззакония». Это две противоположности. Мы видим, что Бог управляет этим миром. Бог — источник всякой власти, управляет этим миром через божественные институты, которые являются собой семь сфер, делегированной власти, которую Бог дает людям. Важным ключом к порядку миру и стабильности в нашем обществе является тот факт, что эти божественные институты поддерживаются самим Богом. Важным ключом к личному успеху являются развлечения, уважение, почтение и подчинение Божьим властям в этих божественных институтах. Наше подчинение связано не только напрямую с Богом, но также выражается через наше подчинение Его властям. Бог дает нам определенную власть. Мы рассматривали эти божественные институты. В послании к римлянам 13 главе говорится о них и о том, как мы должны подчиняться во всех этих сферах. Там сказано «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Существующие же власти от Бога установлены. Всякая власть идет от Бога посему противящиеся власти противятся Божию установлению. То есть они противятся Богу, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Для них все кончится плохо. Одна из самых важных вещей, которую вы только можете запомнить в жизни, это вопрос власти. Вы должны видеть настоящую власть и подчиняться ей. Это не просто, потому что человеческие власти несовершенны, все люди согрешают и падают, но от нас все равно требуется подчиняться их власти. Они не обязаны быть идеальными. Бог спросит с властей за то, как они использовали свою власть. На самом деле он будет судить власти еще строже, потому что от всякого, кому дано много, много и потребуется, вот почему нам не нужно завидовать людям, находящимся у власти, потому что они будут судимы строже, чем те, у кого власти меньше. В прошлый раз мы рассматривали различные формы власти и начали мы со свободной воли. Все мы обладаем властью над собой, над своей жизнью. Мы ответственны перед Богом в том, как мы будем использовать нашу свободную волю. Второе. Мы увидели, что есть сфера работы. У нас также возникают вопросы с властью на работе. Далее третье. Мы говорили о третьей сфере — браке между мужчиной и женщиной, примером которого являются Адам и Ева. Четвертое — это семья. Когда появляются дети, то появляется и семья. И все эти четыре сферы были даны до греха падения. Все это было до того, как грех пришел в мир, чтобы испортить все. Это продуктивные божественные институты, большой источник благословений в мире. Но у нас есть еще два божественных института, которые обладают более негативной целью. Когда произошло грехопадение и грех пришел в мир, без человеческого правительства и национального государства грех и зло распространились бы и захватили бы весь мир. Богу нужно было внести ограничения, чтобы сдерживать зло и поддерживать общество в порядке, несмотря на падение. Мы рассмотрим эти две сферы позже, и я хочу подробнее поговорить о духе беззакония. Беззаконие — это не просто прегрешение, не послушание Божьему закону. Беззаконие — это бунт против самой власти. Это дух, который хочет подорвать, сбросить и уничтожить власть. Беззаконие часто используют ошибки властей в качестве оправдания и основания для того, чтобы подорвать власть. Это природа беззакония, потому что оно входит в сердца тех, кто не хочет подчиняться Божьей власти. Они хотят сами себе быть богами. Мы должны различать дух беззакония и беречь себя от него, потому что это опасно для нашей духовной жизни. Мы либо почитаем Бога и подчиняемся власти, данной божественным институтам, либо принимаем токсичный дух беззакония, который находится в мире. Беззаконие началось с бунта Люцифера. Это суть природы сатаны. Он взбунтовался против Божьей власти и его закона. Божья власть была совершенной и щедрой, но Люцифер все равно нашел проблемы в Боге. Он позавидовал Богу и Божьей власти. Бог обладал всей властью, и ему поклонялись. Люциферу это не нравилось. Он прикидывался, словно хочет сделать всех ангелов равными, но на самом деле он хотел стать высшей властью, чтобы управлять ангелами и принимать поклонение от них вместо Бога. Он хотел сбросить Божью власть и заменить ее своей властью, своим царством. Он поставил свою волю выше Слова Божьего. Он сказал так, я не буду подчиняться твоей власти я сам стану независимой властью. Изначальный грех сатаны показывает, что корень или суть греха — это беззаконие, бунт, отвержение божественной власти. И вот в чем вся суть — отвергнуть Божьи границы, отказаться от того, чтобы находиться под властью. И мы читаем об этом в книге Исаии, 14 главе. Бог говорит, «Как упал ты с неба!» Отвержение власти привело к тому, что он был изгнан с неба. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари!» «Разбился о землю, попиравший народы!» а «Говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, и буду подобен Всевышнему». Не стоит недооценивать силу и токсичность духа беззакония. Я не знаю, сколько существует ангелов на небесах, но, предположим, триллион. Он смог убедить треть триллиона ангелов, которые жили при совершенном божественном правлении, последовать за ним в его бунте. Об этом говорится в Откровении, 12 главе, 4 стихе. «Треть ангелов пала с ним на вечную погибель». Дух беззакония — это не то, с чем стоит играться. Это сама природа сатаны — сбросить Божью власть. Затем в Эдемском саду сатана заразил человечество тем же вирусом беззакония. В Бытии 3 главе сказано, и сказал змей жене, «Нет, не умрете». Иными словами, Бог не будет приводить свой закон в действие. Вас не ждут никакие последствия, если вы согрешите. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, согрешите, отвергнете его власть, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы сами станете богами» отбросьте Божью власть и станьте своими богами. А вы сами сможете решать, что правильно, а что нет, что хорошо, а что плохо. Вы сами будете определять свою жизнь. Он убедил человека своей ложью. Все будет хорошо, если мы отвергнем Божью власть. Вот в чем проблема. Вот то, что сдерживает вашу жизнь. Это Божья власть. Так говорил сатана. Если вы отвергнете Божьи границы и Его власть, все будет хорошо. Сами станьте своей властью, сами определяйте добро и зло, сами определяйте свою личность и судьбу. Возьмите жизнь в свои руки. Это ложь. Главный вопрос для всех — принимаете ли вы Бога и Его право управлять вами? Или вы хотите определять свою личность и жизнь, а также самим быть себе Богом? Любите ли вы истину о том, что вы были созданы Богом и принадлежите Ему? Или вы принимаете ложь о том, что вы эволюционировали случайно, и поэтому имеете право сами определять себя? Вот это главный вопрос. Когда Адам поддался лжи сатаны, он отверг Божью власть. Это и есть суть греха. Падение человечества началось с отвержения божественной власти в сердце отвержение принципа подчинения Богу, Божьего права на управление нами, чтобы сделать себя богами. Сущность, происхождение и корень греха — это дух беззакония в сердце человека. Он ведет к грехам и неповиновению. Но все это начинается с того, что происходит в сердце, и причиной тому — беззаконие. Бунт дал сатане власть над Адамом, потому что он подчинился духу сатаны. Когда вы позволяете беззаконию войти в ваше сердце, то даете место сатане. Когда Адам согрешил, беззаконие вошло в его сущность через греховную природу плоти. По плоти у всех нас есть проблемы с властью, потому что все мы рождаемся во грехе. Всем нам приходится разбираться с беззаконием. Мы не хотим принимать Божью власть по плоти. Если бы не работа Божия в наших сердцах, мы бы все были сыновьями беззакония, находящимися под властью тьмы. А все потому, что по нашей падшей природе, плоти, мы не можем подчиняться Богу. Мы враги Богу по нашей природе. Но слава Богу за Иисуса! Аллилуйя! Когда мы приняли Его, он восстановил наш дух, и мы приняли Дух Божий. И когда мы ходим духом, мы можем побеждать силу плоти. Но в нашей плоти все еще есть потенциал к беззаконию. Сатана хочет активировать его в нашей жизни, возбуждая нашу плоть, чтобы получить доступ к нам и управлять нами. Я хочу, чтобы мы рассмотрели несколько мест беззакония, дабы понять его суть. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Иисус говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи. То есть эти люди утверждали, что они находятся под Божьей властью. Не всякий войдет в Царство Небесное. Чтобы попасть в Царство Божие, вы должны подчиняться Его власти. Он говорит, но тот, кто действительно повинуется Божьей власти, будет проявлять это в своей жизни. Он говорит, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Признак верующего — это тот факт, что он подчиняется Божьей власти в сердце. Это не означает, что он совершенен, но в сердце он признает Божью власть и повинуется ей. Это выражается в том, что он выполняет волю Божию в своей жизни. Верующий не спасается благодаря своим делам, но спасающая вера открывается через повиновение. Спасающая вера должна включать в себя подчинение Божьей власти. Далее он говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Они делают ударение на свои дела. Они верят, что сами достигнут спасения. Иисус говорит, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Они не были рождены свыше, отойдите от меня, делающие беззаконие». В некоторых переводах здесь стоит слово нечестие, но на самом деле здесь говорится о беззаконии. Беззакон. Неверующие характеризуются своим беззаконием, нехваткой подчинения и неуважением к Богу и Его Слову. Они отвергают Его власть и его божественные институты. Беззаконники будут судимы. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, 13 главе, 40 стихе. Посему, как собираются плевелы и огнем сжигаются, так будет при кончине века сего пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Беззаконие находится в сердце, а затем выражается через практику греха. Ключевой стих находится в первом послании Иоанна 3 главе, и это стих 4. Там сказано «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. То есть природа и сущность греха ⁇ это отвержение божественной власти. А вот что приводит к беззакониям. Это связано с природой греха. Мы должны защищать свое сердце от всякого беззакония. Это означает, что мы должны быть осторожны, когда находимся рядом с беззаконниками, потому что можем заразиться тем вирусом, который они несут в себе. Второе послание Коринфянам 6 глава 14 стих говорит: не преклоняйтесь под чужое ермом с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой? Беззаконие это противоположность праведности, и оно заразно. Если вы свяжете себя с таким человеком, то сами подхватите его. В послании к евреям сказано, что мы должны любить праведность и ненавидеть беззаконие. Это ключ к принятию Божьих благословений и радости. О Христе сказано так. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Мы не можем относиться к этому нейтрально. Именно посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Христос ненавидит беззаконие, и вы тоже должны ненавидеть Его. Христос пришел, чтобы искупить нас от беззакония. В послании Титу сказано, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Следующее местописание очень важно для наших времен. В Евангелии от Матфея, 24 главе, 12 стихе Иисус предсказал, что умножение беззакония в мире будет одним из ключевых признаков последних времен, в которые мы живем. Именно это и происходит сейчас. Мы должны понимать духовные веяния в мире, чтобы не запутаться в них. Библия говорит, что дух беззакония будет возрастать и усиливаться в последние времена и достигнет полноты во время скорби, время антихриста, человека беззакония. Во время перед скорбью, в которой мы живем сейчас, мы увидим работу сил беззакония, которые будут активироваться в мире и проявляться все больше именно это мы и видим сейчас. Иисус говорил об этом в 12 стихе. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это очень важный стих. Он говорит, что в последние времена беззакония, отвержение божественного закона и институтов, будет умножаться. Оно будет размножаться как вирус. Этот дух беззакония ищет новых носителей, чтобы заразить их и распространиться еще дальше. Если вы слишком сильно приблизитесь сердцем к беззаконному человеку, то подхватите этот дух. Он говорит, что оно будет умножаться в мире, то есть оно станет нормой, а не исключением. Он говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Слово «любовь» — это слово «агапе», это Божья любовь. Это любовь, которую Бог дает в сердце человеку. Сказано, что эта любовь охладеет. Беззаконие токсично в отношении работы Божьей вашим сердцем, если вы принимаете его. Оно будет производить ненависть в вас. Беззаконные люди наполняются ненавистью, особенно против Бога и властей. Ненависть захватывает их, их сердце охладевает в отношении Бога. Сказано, что все это будет распространяться и влиять даже на верующих. Оно обладает силой угашать работу Божью в вашей жизни. Тот, кто принимает беззаконие, наполняется злостью и ненавистью. Сатана использует их праведные негодования против несправедливости, чтобы обмануть их и заставить отвергнуть власть и взбунтоваться против нее. В итоге это приводит к тому, что они отвергают Бога и начинают бунтовать против Него. Бог — источник всякой любви, и Его власть истекает из любви. И когда сатана отверг Бога и Его власть, он лишил себя и источника любви. Он наполнился ненавистью и ненавидит всех людей. Сатанинский дух беззакония несет в себе ненависть, делая сердце холодным. Он крайне токсичен. Дух беззакония заразен и опасен. Мы должны учиться определять его и сопротивляться ему. Мы живем в последние времена. А значит, мы будем сталкиваться с духом беззакония в мире. Когда вы видите бунты, преступления, поджоги домов во время бунтов, это работа беззакония. Определенные виды протестов могут быть полезны. Если мы видим несправедливость и мы устраиваем мирную демонстрацию, это нормально. Мартин Лютер Кинг является известным примером в этом деле, но беззаконные люди используют подобные вещи в качестве праведного прикрытия для своих беззаконных действий. Они нападают на власти, пытаются сбросить эти власти, сжечь весь дом и пристыдить власти. Это работа духа беззакония. Все это базируется на вере в то, что власть ⁇ это проблема. Да, иногда власти могут быть неправы, и мы должны исправить их, заставить их дать отчет. Беззаконие используют это для того, чтобы уничтожить власть в целом. Беззаконие отвергает Бога, источник всякой власти. Высшим проявлением беззакония, которое мы видели за последние 150 лет, является атеистический коммунизм. Мы видели его в коммунистических странах. Там Бога отвергают, а его божественные институты подавляет могущественное тоталитарное государство. Все это приводит к потере, свобод и приходу зла. Весь мир движется к тоталитарной диктатуре глобального масштаба, под Антихристом. В книге Даниила 11 главе сказано, «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное. Он отвергнет власть Божью, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, «Антихрист будет беззаконником». Второе послание Фессалоникицам, вторая глава, говорит, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление или уход. Я верю, что это вознесение, и не откроется человек греха». Буквально там говорится о человеке беззакония. Это природа Антихриста. Он будет воплощением беззакония. Точно так же, как Иисус является воплощением праведности. И тогда откроется человек греха, человек беззакония, сын погибели. Это означает, что его ждет суд, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет Он как Бог, выдавая себя за Бога. План сатаны состоит в том, чтобы установить единое, мировое, тоталитарное правительство под Антихристом. Оно будет установлено в беззаконии, потому что будет находиться в оппозиции к закону Божьему. Люди должны будут принять метку зверя. Они будут обязаны поклоняться Ему и отвергать Бога. Это план сатаны. Он хочет установить единое, мировое, тоталитарное правительство под антихристом. Оно будет установлено в беззаконии, потому что оно отвергает закон Божий, свободу воли. Всех будут заставлять подчиняться и поклоняться антихристом. Это будет похоже на Северную Корею, но в мировом масштабе. Далее сказано, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Дух Святой через Церковь сдерживает дух беззакония. Мы поговорим об этом в следующий раз, когда будем рассматривать седьмой Божественный Институт Церковь. Дух Святой через Церковь сдерживает дух беззакония через наши молитвы, провозглашения и применение духовной власти. Все это сдерживает этот дух, эту тайну, тайну беззакония. А вы знаете, что сдерживает его церковь, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Здесь говорится о Вознесении, когда церковь будет забрана, как сказано, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Прямо сейчас идет духовная битва. Помните, Бог источник всякой власти. Дух Божий побуждает людей подчиняться Богу и уважать Его власть. Но также есть и Дух беззакония, который хочет уничтожить Божью власть. Он хочет, чтобы мы бунтовали против Божьей власти. Беззаконие... Это определяющая характеристика Антихриста, потому что он одержим сатаной. Важная часть подчинения Богу — это подчинение его правительству на земле, власть его божественных институтов. Иаков говорит, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если мы смиряемся под Божьей властью, то получаем благодать. Но когда мы горды, когда мы выступаем против Божьей власти, Бог противится нам. Вот почему сказано. Итак, покоритесь Богу. Как же нам покориться Богу? Конечно, напрямую. И покоряясь Его делегированной власти в семье, в браке, в правительстве и так далее. Подчиняясь Богу, мы можем противостать дьяволу, духу беззакония, и он убежит от вас. Он обязательно убежит от вас, но вы должны покориться Богу. Это первое, что мы должны сделать. Мы продолжим нашу тему в следующем выпуске и рассмотрим два следующих божественных института, которые Бог дал, чтобы сдерживать зло на Земле и поддерживать порядок в мире, чтобы мы жили и процветали в нем. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.